Привет, друзья! Добро пожаловать на канал об Австралии. Меня зовут Александр Даринкин. Я являюсь директором компании Y-Migration Office и также миграционным агентом в Австралии. Как вы знаете, мы едем на выставки образования за границей. Но у меня для вас есть интересные новости. Вы также можете прийти и познакомиться с нами в неформальной обстановке. В Москве это будет кафе «Кружка» на метро «Партизанская». Все ссылки будут в описании. А также все-таки мы решили, что будет встреча и в Санкт-Петербурге 23 сентября, сразу после выставки, примерно в 5:36 вечера. Так вот, ссылки на эти места будут в описании к этому видео. Поэтому 21 сентября в 17:30 в кафе «Кружка» в Москве подходите, неформально пообщаемся. 3 сентября в Санкт-Петербурге также приходите в гриль-бар, пообщаемся. Я не помню название гриль-бара, вот посмотрите в описании к этому видео. И, кстати, также будут встречи в Ростове-на-Дону и в Краснодаре. Об этих встречах я вам сообщу немного позже. Краснодар и Ростов также до встречи. В общем, Москва, Питер, Краснодар, Ростов. До встречи, ребята. Скоро увидимся и смотрите ссылки в описании. Жду вас на этих неформальных встречах. А пока. Пока.